На поле 7-8-летние футболисты, подрастающие профессиональные спортсмены из ведущих детско-юношеских спортивных клубов Москвы, Казани, Балакова, Тольятти, Набережных Челнов, Пензы и Саратова съехались в Ульяновск на первый всероссийский детский турнир по футболу. 8 матчей проходят на поле университета футбола. Главный приз – Кубок губернатора Ульяновской области. Возлагаем на это большие надежды для того, чтобы дальше нам нарабатывать компетенции для проведения турниров постоянных. То есть у нас стоит задача проведения не менее 5-6 турниров в квартал, то есть по разным возрастам, с клубами, нашими партнерами. Сегодня всероссийский турнир открыли пасом. Гость турнира, главный тренер футбольной академии «Спартак» Дмитрий Гунько передал символ соревнований мяч капитану Ульяновского клуба университета футбола 7-летнему Пете Никишкину. Подготовка спортсменов находится в стадии развития футбола, в том числе большой подъем страна испытывает после проведения чемпионата мира по футболу у нас по всем городам. В Ульяновске есть достаточное количество воспитанников, и именно из Ульяновска мы, заходя на спортсооружение, видели доску почета и нашли много мальчишек, которые причастны уже, скажем так, большому футболу. Узами дружбы Московская академия «Спартак» имени Федора Черенкова и Ульяновский детско-юношеский футбольный клуб «Университет» скрепили себя соглашением о сотрудничестве, которое подписали за несколько минут до начала первого матча турнира. Документ дает право, в том числе, на обмен опытом и методиками. На поле выходят первые команды, чтобы сразиться за кубок. В правые ворота мяч старается забить казанский «Рубин», в левые – футболисты Ульяновского университета. Все встречи на поле организованы по правилам FIFA. В каждом матче два тайма по 25 минут. Расскажи, как это? Мы на тренировках все делали хорошо. А о чем ты мечтаешь? Чтобы я стал лучшим игроком. Ну, у меня папа футболист, меня послали на футбол. Мне прям сильно захотелось на футбол, смотрел, как ребята играют. Ну вот мне и слишком захотелось на футбол. Заключительный матч всероссийского детского турнира и награждение победителей состоится 13 декабря. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.